Картинка, которую вы прямо сейчас увидите, просто сумасшедшая. У нас здесь появился жилой комплекс на контейнерах. Жилой комплекс, контейнеры. Пацаны, здесь происходит какое-то максимальное сумасшествие. Но если говорить строго по РП, то здесь перевернулся железнодорожный состав с контейнерами. Как вы видите, вагоны опрокинулись, контейнеры опрокинулись. Здесь происходит небывалая заварушка. И я прямо сейчас в этой серии, в этой заварушке буду открывать конты. Ведь на моем балансе 220 миллионов. И мы сегодня будем крутить по максимуму в этой толпе. Что здесь произошло, пацаны? В общем, строго по РП. Здесь что у тебя по балику? У нас появились дай вот такие здания, двор из хрущевок. Это новый ЖК, контейнерный. Если вы окупаетесь в контейнере, то вы переезжаете жить в этот небоскреб для мажоров. А если вы проигрываете, то вы живете на свалке в этой хрущевке, пацаны. В общем-то, здесь две карты. Одна из них когда-то давным-давно уже участвовала в наших видосах. Это перевернутые ящики. Но вот этих вот домов здесь никогда не было. Выглядит максимально интересно. Здесь просто все вывалилось из контейнеров. Надеюсь, нам вывалится небывалый и необычайный дроп. А в этом видео я также разыгрываю код на свой скин, который можно забрать на любом из серверов, достаточно просто написать комментарий. Не, ну слушай, выглядит все это реально прям охрененно. Мне нравится такой вайп. Если бы конты выглядели так, или открылась бы новая локация с контейнерами попроще, или примерно вот такими же, было бы реально классно. Так, но я начинаю, как всегда, с дубайских, потому что когда баланс позволяет это делать, почему бы не начать? С первого конта Bugatti Chiron было бы прям вообще великодушно, прям хорошо, давай. Платинум випка, скидка миллион. Неплохо, неплохо. Прям неплохо, говорите? Слушай, ну пацаны говорят, неплохо. Окуп есть, окуп есть, окуп есть. О, Финир Суперспорт, ну это 40 миллионов, насколько я помню, да? Последний раз он мне выпадал, он стоил 40. А тут 30, ну 40 госка, да, перепутал. Но 30 миллионов сюда на базу, десятку фарманули. Какую десятку? 12? Вообще изи. Ухудшилась погода, пацаны. Здесь все в тумане, выглядит максимально постапокалиптически, но это реально выглядит интересно. Так, ладно, транспорт Дубая. Берем и открываем за 19 миллионов, заряжаем. Давай, давай, давай. Слушай, ну я не хочу переезжать вот сюда. То есть, как бы тот ЖК справа, наша сегодняшняя цель. То есть, ну, у нас ролеплей контейнер, если вы не поняли сегодня. Если вы вдруг совсем не догоняете до сих пор, что здесь, сука, происходит? Здесь происходит ролеплей контейнера. Ведь мы играем на Радмир ролеплей. Поэтому, пацаны, не забывайте при регистрации вводить мой промокод ТАКС, который дает нереальные бонусы на старте. И также ставьте лайк за такую прикольную подводку. Ну и под пиво тоже можете ставить. Ну, слушай, над этим контейнером вот такой вот у нас здесь щуп от... От чего? Как это называется техника? Я забыл. Отупил совсем, пацаны, в край здесь, на этих контах. Ну ладно. Ну, мы фулл толпой здесь собрались, чтобы просто максимально топовые эксклюзивы, максимально топовые серии сегодня выбивать. Это аура, ну это Porsche. Да, брат, не спойлери. Это Porsche. Это говно ебаное. Ну, я согласен со всеми сказанными сейчас словами, что это и Porsche. А я здесь не вижу ничего, здесь здание МЧС все перекрыло нахрен. Здесь вообще жига в контейнере зеленая, перевернутая. Что здесь? Ну слушай, здесь разгружены ящики из контейнера, который не является транспортным, да? То есть, ну, ладно. Так, 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 вали отстома, удыб. Все, зарядили. Я вижу только значки голосовых сообщений примерно. Я не могу даже вид внешний поменять здесь, ничего не могу. Ну, давай, полетели. 18 лямов, 38 тысяч модалей, 600 рублей. Ну, все считать каждую копейку. Я не знаю. Ну, может, ну, слушай, ламба ну... падает, ну... Ну, ну блин, херня полная, 14 миллионов, нет, не пойдет вообще. Давай, 2 секунды. Пожалуйста, заряди всю силу. Вкусно. Да они говорят, что вкусно, я стараюсь не слушать, перебиваю, ну какое вкусно. Пацаны, я не знаю, какие у вас там вкусовые предпочтения, но это на вкус как говно. Осуди, если... Осуди, если пидорас. Вот, вот. Пидорасы! Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Я могу полностью это осуждать. Анекдот, я плохо слышно, ну ладно, давай, анекдот. Вспомнишь анекдот сейчас? Ну вот это, уже пролетел один у меня тут. Ну так ты что, гуглишь их что ли там? В чем разница между тем, когда бой... Училка приебалась из-за домашки. Похуй плюс похуй. Похуй плюс похуй, согласен. Что там, что там, что там, О, ну мой бог, чел шарит, пойдет. Ну ты вспомнил шутку-то или нет? Я знаю. Давай, рассказывай. Посмотри, корова не дает молоко. Как ее называют? Жадина говядина, ты уже говорил ее здесь. Ты слышал? В чем разница между дойкой быка и коровой? Одно твоя мать, другая моя мать. Быку нравится. Бан плюс бан, блядь, за ОСК родителей. Эй, осуждаю, в смысле, за что? Так, кстати, сколько лет? Мне 13. О, ну маленький еще. Классе? В размере ему нельзя. Я не знаю, я в школу не хожу, блядь, я прогуливаю. А, нихуя, ну ты красавчик, ебаный. Ну мочишь.
Так, мы бежим сюда, надеюсь, погода-то изменится на нормальную. Ну хотя, слушай, в такую угрюмую погоду, казалось бы, падают угрюмые тачки, на которые стоят угрюмых денег, ну, угрюм, хороших. Короче, вы поняли, что не несу, блядь. Ну, ну не то, что. Так, я не знаю, что там, но баланс пока еще не упал, это хорошо. О, ну, а я ж не слушай, Бентли упал, эксклюзивный. Пойдет. На 66-м регионе, мой регион, пацаны, МСТ 970, пойдет, за 23 миллиона фиксируем прибыль, Bentley Turbo R. Вообще недавно они стоили по 30, но я думаю 25 сейчас они стоят, так что, ну, небольшой минус относительно продажи, относительно рынка. Киберпанк. В смысле, ну чё, серьезно? Да чё, мне просто сегодня просто весь день везет. Это реальный RTX мод, отвечаю, за это отвечает. Ну 232 миллиона, я даже бабки не форманул, я хочу 250, это минимум, с чем уйти за сегодняшнюю серию. Слушай, ну так-то у меня 232 плюс на банке, у меня 340 общий банк. Блин, ну да, мне 60 лямов, у меня будет 400. 400 это ощущается как полмиллиарда, все, реально охрененно бы было. Ну есть цель реально сейчас, конкретная прям. Вот 400 мультов, чтобы было на балике, и все на руках таскать. Блять, потом, чтобы не проиграть их, конечно, вопрос, но это другой уже вопрос. 4, 2, 1. Спойлеристы сейчас проспойлерят, но я постараюсь не подслушивать. Так, не спойлерите. О! Или не О? Тебя не слышно сейчас. А, это не О, это такое. Ну это 17 лямов. Короче, я подумал, что доверили. Тачка за 100, да, за 17. Она всегда байтит так. И я просто из-за того, что не запоминаю логотип, на это ведусь, как просто дурак. О, у нас тут повечерело на контейнерах, кстати, к слову. Прикольно. С таким графоном тоже симпатично. Вот. А, ну цель же у нас еще переехать в новостройку справа. Для победителей контейнеров, чтобы не переезжать вот туда, в хрущевку. Для проигравших на контейнерах. А это здание, пацаны, по легенде, оно что означает? Это банк микрозаймов для тех, кто хочет поиграть в конты взаймы, да? А это башня, это, ну, башня для наказания для тех, кто это долги не отдает, короче. Бля. Классно, да что-то? Да. Ахуеть, вот. Реально? Вау, Range Rover? Нахуй, ахуеть. Пацаны, просто кто, да? Купит за 100 лямов? Я. Давай, Даня, давай, прямо здесь. Да, Даня купит. Так, короче, я знаю, как сделать. Надо просто отбежать, Даня, от конта. И появиться в нем, во, имба. 7 миллионов 500, ну, это прям огорчает. Так, у меня есть один патрон, и опа. Вот так вот, пошалить, короче, загодел. Чисто на удачу стрельнули. А, ну, на акцию. И ни в кого не попали, так и надо было. Так, 18 лямов мы отдали. На балансе тут по-прежнему те же бабки. Мы что-то вообще ничего не зарабатываем. Как-то вначале прям шло, знаешь, с ощущением, что мы четко идем вверх, в плюс и в окуп. Так, ну, пока еще как-то вообще не фармится. Дубай. А вам, открывайте всю Европу, пацаны. Я вам путь в Европу прорубил. Дубай. Раз, два, три, четыре, пять контов. Ну, у чела минус 9 миллионов там. Самолезную, но пока что баланс. 202 миллиона вместе с открытым контейнером. И мне падает сраный Мерс. Продаю его здесь, даже не буду в контейнер вставать, потому что он это говнище конкретное. Так, а что там? Такой же Мерс, чё? Опять? Ну, повторка пока. Какая повторка? Я чуть себе не оставил еще его. Сколько у меня? 201 миллион. Ну это вообще очень плохо. Мы 36 просто сейчас проиграли. Это твоя машина? Это моя машина. Машина моя? Это моя машина. Это моя машина. Моя машина. Это моя машина. Что там? Ну что там, давай. Это топ за свои деньги. Ебать. Агент Дикар. Это что? Что такое вообще? Это моя машина. Да, теперь это мое. Теперь это моя машина. Ну поздравляю, что с Зикром. Не, ну с Зикром принимаю поздравления, пацаны. Официально на почту можете мне их отсылать в конверте с марками. Ну, ну поняли, блядь, не пройти я. Не, ну честно говоря, я чувствую, как у меня температура пердака поднимается. И реально, ну, жарко стало в комнате. Просто от одного сознания, что я просто опять беру 40 миллионов за. О, это моя машина. Не, ну нормально, надеюсь, там. Да, да, конечно. Это просто какой-то, вот, же, это моя машина. Я не понимаю. Чё сыпет-то, блядь? 179 мультов. Ты кто такой вообще? Это моя машина. Ха-ха! Это мем, это мем сегодняшней серии. Так, я еще, кстати, в плюсе за счет того, что у меня випка. Ну, я не знаю, что там выпало, давай. Короче, если еще три говна, я заканчиваю просто видос, реально. Ладно, это хотя бы плюсовое говно. Как может выпасть два даджа подряд друг за другом, и потом вот такое? Но это называется, кстати, дисперсия. Если, ну, реально, это есть такое слово, дисперсия, это разброс, если на русский переводить. Нет. И вот разброс в теориях вероятности, ну, как раз таки так и работает. Сначала два подряд, а потом 200 ничего, вот так и работает. Но оно же не по порядку идет. Ну, короче, не вникайте. Все равно это не поможет вообще ничем. Я бы хотел, чтобы там моя машина выпала, это чтобы был, например, Бугатти Чирон, я бы... А, Бугатти, точно? Что
Пацаны, я хочу ракетку и в Бугатти. Это моя машина. О, есть, сработала. Напросил. Йенка, но она стоит 7300. Это моя машина. Почем их продают сейчас? Ну, их лямов 100 продавали. Сейчас не знаю. Какие лямов 100? Лямов 40... Не знаю, 20 может максимум. Я за 14 продавал ее недавно, блядь, что? За 100 продавали, сейчас, наверное, 30-40, оставляй, Лех. Есть кто готов купить, да? За 20 готовы купить. За 20 готовы есть. За 20, давай 23, я оставлю ее. Давай 20. Ну давай 20, ладно, полетели, фастом, сделаем. 20 мультов надо возвращать, потому что будет 182, ну это, короче, все равно, это реально очень херово. А, берем обмен, берем транспорт. Камара Йенка, 20 миллионов 123. Совершаем обмен прямо здесь, так интереснее все-таки, да? 4 секунды ждем и продолжаем. Еще 2 конта и посмотрим, что нам упадет. Пока это единственное, что мы смогли залутать и продать в плюс реально за сегодня. Как-то не очень. Вообще у меня был край типа 200, да? Но я уже на 20 миллионов еще ниже того края. То есть крайний край. Ну давай 175 миллионов, иначе ну просто все плюса, который я недавно с Доджей забрал, я просто обратно закинул сюда. Это неприятно будет. Всех, кто тут Дубай, но... Сейчас походу, если там не окуп, то я закончу, пацаны. Нет, просто конты. Блять, приколисты. Ну, пиздец. А я вообще не вижу, что там. По-братски, Леха, сделай одежду. Там М1, пацаны, мы закончим, потому что вообще ничего не сыпется. Есть ощущение, что тачки просто закончились в контах. Вот. В такой обстановке, походу, пацаны, план был переехать в ту башню, а я, пацаны, что делаю? Ну, сегодня, пацаны, мы переезжаем пока что влево, но я думаю, в следующей серии камбэкнем, мы переедем все-таки вправо, потому что пока живем здесь, в этом окне, и вход у нас тоже через окно. Здесь моя квартира пока, на ближайшее время, с учетом сегодняшней ситуации. Ставьте лайки, участвуйте в конкурсе, увидимся в следующем видео, до скорой встречи, пацаны, пока. А мне ж, ну, реально жарко стало от такого проигрыша что-то.